Здравствуйте, представляю ваш внимание лот номер 331 Cecil Woman Spring Autumn, 30% брак, женский микс. Джинсовка светло-серого цвета на пуговицах, карманы тоже на пуговицах, размер 38 европейский. Вельветовый пиджак темно-синего цвета, здесь есть дефект, не хватает двух пуговиц спереди. Карманы на пуговицах в размере М. Джинсы голубого цвета на молнии завязываются на поясе. Карманы спереди и сзади. В размере 27-30. Майка в розовом цвете в размере европейский 40. Джинсы темно-серого цвета на молнии завязываются на поясе, карман спереди сзади, в размере 33-30. Легкий шарф снуд без размера. Джинсы темно-синего цвета на молнии с карманами спереди и сзади в размере 31. Теплая жилетка, вязаная зеленого цвета, европейский, 36. Джемпер в размере М. Легкий платок. Джемпер в розовом цвете. В размере европейский, 40. Джинсовые бриджи на молнии на двух пуговицах. Здесь идет дефект, одной пуговицы не хватает. Карман спереди и сзади в размере 34. Спортивные штаны в черном цвете на резинке с завязками, с карманами в размере 36-30. Легкий платок, шарф с принтом. Танковка, рукав 3/4. Белая с принтом. Снизу завязки. В размере XL. Блузка темно-синего цвета. Рукав на резинке просвечивающий. Европейский размер 46. Блузка с коротким рукавом зеленого цвета. Российский 50. Белая футболка. Европейский 38. Футболка темно-синяя с принтом. Европейский 38. Бриджи белого цвета на молнии на одной пуговице, карманы спереди и сзади, размер 34. Легкие бриджи темно-синего цвета на завязках с карманами в размере 2XL. Футболка. Снизу на резинке красного цвета, европейский 44. Рубашка, рукав на резинке, спереди небольшой разрез в размере 2XL. Майка салатового цвета в размере L. Прямое безрукавное платье, спереди завязывается, по бокам карманы. В размере S. Пиджак темно-серого цвета. Карманы спереди. На двух пуговицах. В размере европейский 44. Кардиган голубого цвета. Не застегивается никак. С карманами спереди. Есть на спине затяжки. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо за внимание.